Признать зонами чрезвычайной экологической ситуации города Жезказган и Сатпаев, а также частично Улутауский район, предлагают ученые, ссылаясь на специальные научные исследования. На протяжении 8 месяцев специалисты передвижных лабораторий изучали состав подземных и поверхностных вод, почвы, а также анализировали состояние животных и растений региона. Только для оценки чистоты воздуха они отобрали 640 проб. В итоге констатировали высокий уровень загрязнения атмосферы и превышение допустимых норм содержания железа и других хлоридов в воде. Тем не менее, принимать окончательное решение рано, говорят ученые. Наблюдения экологи продолжат и в следующем году. По территории города Сатпаев и Жезказган есть, ну, нами фиксируется превышение там, по сероводороду, по диоксиду азота, по диоксиду серы. Мы оцениваем ситуацию в данный момент как неблагоприятная, но это предварительная оценка. В следующем году, когда мы получим весь массив данных, мы дадим окончательное заключение по этому вопросу.